Подвиги нашего следующего героя вновь запечатлела камера видеонаблюдения. Водитель «Волги» из Красноуфимска решил разыграть с инспекторами хитрую партию и устроил пьяную рокировку. Удирая от полиции, автолюбитель поменялся с пассажиром местами, но все равно попался. Ловкий ход рассекретили с помощью камер. Вы оба пьяные. Смысл вам было пересаживаться? А, смысл тот, что вам нельзя на административку попадать. Такой смысл тогда? Нет, если бы я был позорным, как бы не стыдно было бы. А смысл тогда перескакивать? Я не перескакивал. Но после просмотра видеодоказательств долго спорить не пришлось. На кадрах отчетливо видно, как после остановки автомобиля мужчины быстро меняются местами. А мера, по словам нарушителей, была вынужденной. Оказалось, что 31-летний водитель уже привлекался к ответственности за езду под градусом. И вышло-то глупо. Удирала от административки, а теперь получил уголовную статью.